Малику рассказали о человеке, который принижает достоинство сподвижников, да будет доволен имя Аллах. И Малик прочитал слова Всевышнего Аллаха: «Мухаммад, посланник Аллаха, те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланятся и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таврате, в Торе. В Инджиле, Евангелии, они же представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его и стал толстым, и выпрямил на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу до того, чтобы привести им ярость неверующих. Мухаммад, посланник Аллаха, и те, которые вместе с ним. Имам Малик сказал: «А кто возненавидит их, то станет неверующим, потому что Аллах сказал, чтобы ими привести в ярость неверующих».